Відчепіться від ФОПів та займайтесь через правоохоронні органи тими великими компаніями, що використовують ФОПи для несплати податків. Такі поради найчастіше давали підприємці під дописом міністра економіки Тимофія Милованова, який породив у Фейсбуці справжню дискусію. На питання високопосадовця, що робити з ФОПами, шукали відповідь юридичні експерти. На їхню думку, тотальна фіскалізація ФОПів може призвести до масових порушень законодавчих норм замість очікуваної оптимізації контролю. Границя входу в бізнес становиться гораздо вище. І адміністративні розходи, і часові затрати становяться гораздо вище. Для среднего бизнеса это еще полбеды, но малый бизнес, когда предприниматель сам является там грузчиком, сам является продавцом и директором своего предприятия, это просто нереально. Наш бизнес мало, он только настроен как, скажем так, заработать, но при этом заплатить меньше налогов в бюджет и вообще куда бы ни был. Мы видим, какие сегодня зарплаты официальные, что 74 тысячи директоров сегодня имеют минимальную заработную плату по Украине. Если директора имеют минимальную заработную плату, естественно, все их подчиненные имеют минимальную заработную плату. Сегодня бюджеты городских громад формируются за счет налогов, которыми полагаются бюджетники. То есть сегодня бюджетники с минимальной заработной платой, которые 20% дают 35% городского бюджета Одессы. А малый бизнес, который занимается торговлей, дает меньше 10%. То есть, естественно, это неправильно, так быть не должно.